2013 года по установке детских игровых площадок в городе Видное перевыполнен. На днях две новые площадки на проспекте Ленинского комсомола и Советской улице приняты Советом депутатов в муниципальную собственность. И теперь их будет обслуживать городское поселение Видное. О том, что сделано сейчас и что появится в дальнейшем, смотрите в репортаже нашего корреспондента Ларисы Вольновой. Хороший подарок жителям домов 62-68 по проспекту Ленинского комсомола и дома 19 по Советской улице – новые детские площадки. Теперь маленькие взрослые видновчане имеют возможность более интересно проводить время на открытом воздухе. Это подарок губернатора в рамках его программы Андрея Юрьевича Воробьева по всему Подмосковью. Две площадки досталось городу Видное. Потрачено почти 2 миллиона рублей. Площадка по всем стандартам соответствует самым современным параметрам. На современных площадках сделано основание с резиновым покрытием. Установлено ограждение, малые архитектурные формы. Теперь их гораздо больше, чем раньше. Горки, качели, карусели и другие. Приходим каждый день, гуляем с внуками. Сейчас нормально, да, мягкая эта кровля, вот здесь этот пол сделали, чтобы дети, да, более-менее безопасные были. Ну, ничего, спасибо, нормально сделали, хорошо. Новые площадки имеют массу плюсов. Больше всего, конечно, они нравятся малышам. Ребята постарше тоже предпочитают проводить время на улице и приходят на площадки, но уже для того, чтобы позаниматься спортом. Не все могут позволить себе ходить в фитнес-центр. И я думаю, что надо больше площадок, чтобы все люди занимались спортом и были здоровыми. К сожалению, не все городские площадки достаточно укомплектованы спортивными снарядами. Где-то есть брусья, где-то турники. Ребятам приходится переходить с одной площадки на другую, чтобы полноценно позаниматься. Идеальная площадка – это вот здесь турники под каждый рост, и где ничто не мешает. То есть вот иногда ставят турник, и рядом с ним какой-то объект, например, могут качели поставить, могут забор поставить. И страшно бывает, что если, например, улетишь, то ладно в землю, но когда обо что-то, это уже не то. Также должны быть брусья низкие, высокие, чтобы мог тренировать все, что хочешь. Потому что на высоких стойку не можешь тренировать, а на низких уже ничего другое тоже не получится. Дворовый спорт или воркаут – это здоровье, сила духа, отличное настроение, а еще и подготовка организма к более серьезным нагрузкам. Понимая важность поддержания молодежи в занятиях спортом, руководством города было принято решение о создании на площадке возле 19-го дома по улице Советской турникового комплекса. Теперь будет строиться площадка для воркаута. Это для ребят старше, это для взрослых. Это площадка уровня Московской области для проведения соревнований уровня Московской области и для того, чтобы город Видное стал действительно по праву столицей воркаута. Летом будущего года на новой спортплощадке уже планируют провести первые соревнования. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.